Более 20 лет назад мы впервые увидели эти незабываемые кадры. И сразу же возникло желание узнать имя человека, который отправил в неизведанные просторы Вселенной первых советских космонавтов. Но лица этого человека не было на экранах и на фотографиях. А вместо фамилии газеты писали с большой буквы «Главный конструктор». А у него, как у каждого из нас, была своя биография. Было имя, которое теперь знает весь мир. И была юность, когда он начинал свой путь, свой разбег. Подожди, Сережа, ты еще будешь скучать по Одессе. Знаешь, мне все время кажется, что я что-то тебе забыла положить. Сереженька, как приедешь, обязательно пиши, хорошо? Извините. Ну вот. Мам, ну ты не волнуйся. Да, пожалуйста, ты одевайся потеплее. Тут все-таки скоро осень, я буду волноваться. Ну, будь умница. Ну? Сережа, ни пуха, ни пуха. Родной мой. Ну, мам. До свидания. Счастливо. Сережа, пиши, пожалуйста. Сережа, пиши. Удачи. До свидания. Ночной пассажирский поезд уносил Сергея в будущее. Тогда этот юноша не знал, как сложится завтрашний день его жизни. Но сегодня мы знаем. Через 5 лет он взлетит в небо на планере собственной конструкции. Через 6 лет он построит свой первый самолет. Через 10 лет он запустит свою первую ракету. Через 29 лет его мощные ракеты станут надежным щитом Родины. В этом же году он станет академиком. Через 33 года он запустит первый искусственный спутник Земли и возвестит миру об открытии космической эры в истории человечества. Через 37 лет он проводит в полет первого космонавта Земли.